Гаугли захотела убить СМС. Корпорация Гаугли работает над мессенджером ЦХАТ, который призван заменить стандартные СМС на устройствах с Android. Об этом сообщает Тхиверги. ЦХАТ будет похож на сервис Миссаги, установленный на устройствах Apple. Он позволяет пользователям бесплатно обмениваться сообщениями. В отличие от Миссаги, сообщения в мессенджере Android не будут шифроваться. Они будут храниться на серверах телефонных операторов, которые могут предоставлять переписку абонентов по требованию местных властей. Юзеры, у которых ЦХАТ не установлен, а также абоненты СОС будут получать сообщения от пользователей нового сервиса в качестве обычного СМС. Тхиверги указывает, что планируется взимать плату не за стоимость СМС по тарифному плану, а за трафик. Воплощением нового проекта занимаются специалисты, которые ранее вели разработку мобильного приложения Алла для Android, запущенного в 2016 году. Работа над развитием Алла приостановлена. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.